Здравствуйте, это Синфорж, это гамбургер, и мы начинаем кооператив Майнкрафта. И, пожалуй, добудем дерево сразу. Я, кстати, хотел бы немного поговорить о сюжете. Все считают, что в игре сюжета нет, но тогда напрашивается один вопрос. Почему после того, как мы убиваем дракона края, выскакивает табличка «Вы победили»? Такой таблички не выскакивает. Ну а что там? Ну, вы одержали победу, игра закончена. Хэппи-энд. Игра продолжается. Все счастливы. Просто надо было титры до конца читать, когда мы убивали дракона. Все счастливы. Минут 5 переводи. Минут 5 переводи кривого перевода, да? Нет, перевод английский как раз нормальный. Все равно стоит русское это, а пишет по-английски, меня это напрягает. Ну, короче, смысл-то в чем то, что там кто-то спал, но я сам до конца не понял. Я, скорее всего, несу сейчас какой-то бред. Ну, на самом деле, хотел сказать то, что сюжет игры уходит далеко в прошлое. На самом деле, главный герой является Тони Версетти, которого отправили в этот мир, чтобы замочить сраного дракона. Все очень запутано. Это из Василиска, который... Если вы не верите, можете взглянуть в фотки и сами сравнить. Какие фотки? Пока мы с тобой тут стояли, уже ночь началась. Неважно, ты работал? Я добыл траву. Траву? Нахрена нам трава? Посев. Какой сев? Посев? Сам ты посев. Не ругай столь. Какого фига? Так, ладно. Пошли, надо что-нибудь делать. Что делать? Вообще-то ночь. Кстати, ты... Люди, короче, мы сейчас на скорую руку сделаем какой-нибудь домишко, замутим немножко угля и переночуем. Ну, я-то ночевать буду на улице. Найди скалу какую-нибудь. Я Ты пойду... где сам? Я все там. Ну, я где? В зимний биом ушел тут ненадолго. Я не знаю, где зимний биом, поэтому слева пойдем и построим домишко рядом с озерцом. Координаты. X12, X64, Z37. Нашел. Нашел. А там крипер к нам идет. Слева он справа от себя. Пускай идет, он чуть. Идет ко мне-то, блин, идите нафиг. Ты симпатичней. Ладно, я разберусь. Мы, кстати, неспроста выбрали костюмы колхозников, так как мы будем этим заниматься. Будем выращивать огромное поле пшеницы. Я умею. Ну, по крайней мере, он так считает. Тебе мало было, сколько там, 100, 200 посевов в тот раз? Ну, в тот раз. Не отклоняйся от темы. Кто делал для нас хлеб весь? Те, кто сейчас смотрит, вообще про прошлые темы ничего не в курсе, так что снимаем наше прохождение и комментируем просто. На самом деле, по ночам бы вылазить и что-то строить я не советовал бы, но обычно так я и делаю, потому что так интересней. А я паука деревом бью. Что обычно... А мне кажется, я сейчас... Обычно начинаем с чего? Просто рубим дерево, разбиваем дерево. А я закапываюсь под землю. В крафте. Разбиваем дерево на доски и строим какой-нибудь домишко. Домишко мы не ограничимся. Нам сразу нужна печка, поэтому будем закапываться под землю, искать камень. Я бы не советовал вот так сильно бояться мобов, потому что, в принципе, даже рукой можно их всех разнести. А, что еще? Я достижение выполнил. Да что ты бубнишь-то все? Не знаю. Никому, в принципе, это не особо будет, думаю, интересно. А, скажем так, например, в принципе, ни для кого не секрет, что ну, максимальный урон достигается... во время прыжка. То есть, в принципе, моба можно легко замочить и с руки. Ну, я бы не сказал, что крипер ты так убьешь.
Ну, путем длительных стараний. Это опасно. Да, это игра. Нет, я о другом. Сейчас попробуем замочить первого скелета. А я уже И на успел. помощь нам бежит крипер. Да, он себе поможет. Чё-то мне кажется, сейчас... В крипера стреляет. Ё-моё, там со всех сторон стрелы Да, во висят. всех сторон меня ведут огонь. И все больше и Три больше. скелета, даже четыре, два 4 уже. крипера. А чё Два крипер не крипера. взрывается? Вот, они замочили первого крипера. Овца, мне пришла на помощь овца. А я меч. Бабах, взрыв. А я меч сделал. Костян, спасай мою задницу. А-а-а. Я меч вообще сделал. Меч он делает. Вот так всегда кидает друзей, а тут сам выпутывайся. Ну ты же справился. Да там это, Я разборка началась задал. скелетов и пауков. Из стилетов, из стилетов. У меня проблем с речью. В принципе, как всегда. А как же еще? Как без этого? Я неспроста начал строить дом у озера, потому что я хочу в дальнейшем замутить полы. Очень интересный, с подсветочкой и с водой. Нам впереди еще предстоит гигантский геморрой с поиском бриллиантов. Не, я быстро буду. Потому Я что... по фирменному буду добывать. Да, и меня, наверное, не будет слышно.